Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет такой вот цилиндр, производитель Горд. Обратите внимание, какая замочная скважина. Цилиндр защищен от вскрытия отмычками, парацентрической защитой и другими пинами. Я думаю, мы разберем этот цилиндр после вскрытия и посмотрим, как он сконструирован. Давайте попробуем открыть его. Открывать будем против часовой стрелки, как всегда. Вот. И давайте попробуем. Плаг цилиндра перекосился, поэтому я делаю вывод, что в этом цилиндре есть грибовидные пины. А если они есть, значит, нам необходимо их найти и обезвредить. Плаг цилиндра выровнялся, значит, какой-то пин, бочонок выскочил. Мы его потом поправим. Угу. Угу. Thank you.
И мы видим вскрытие этого цилиндра. Так, давайте мы его сейчас разберем, посмотрим, какие пины здесь.